Здравствуйте, меня зовут Ольга Диянова. Это проект «Могу помочь». Мы соединяем людей, которым нужна помощь, и тех, кто может ее оказать. Неделю назад мы рассказали о семье из Барнаула, которая живет без холодильника. А один из зрителей телеканала «Катунь-24» решил помочь нашей героине. Ольге 34 года. Она школьный учитель и мама двоих детей. Все вместе живут в скромной малосемейке. Эту квартирку в 15 квадратных метров частично удалось купить за счет материнского капитала, а частично в кредит. Теснота научила семью экономить пространство. Спят втроем на одном раскладном диване, а стеллаж служит сразу и книжной полкой, и кухонным шкафом. Семья давно мечтает о своем холодильнике, хотя бы небольшом. Но зарплата Ольги около 10 тысяч рублей. Единственный доход. И купить технику даже в кредит нет возможности. Рассматривала варианты холодильник БУ, но за те деньги, которые я могла бы потратить на него, видела варианты только в не очень хорошем состоянии, которые издают много шума. И поэтому для меня остался такой выбор, что возможно отказаться пока вообще от холодильника. То есть я готовлю на один раз. Эту историю мы рассказали в очередном выпуске проекта «Могу помочь». Ольга даже не догадывалась, насколько быстро решится ее проблема. Буквально через день в редакцию позвонил барнаульца Роман Антонюк и предложил свою помощь. Делай людям добро, и тебе добро вернется. Вот. Как бы такая мотивация. Ну, услышал, был холодильник, и решил отдать. Роман мечтает открыть свой благотворительный фонд. Опыт добрых дел у него более 20 лет. Заниматься филантропией стал сразу после армии. Вместе с друзьями помогал ветеранам и малоимущим семьям. Барнаулец по роду деятельности – предприниматель. У него своя мастерская по ремонту бытовой техники. На складе фирмы накопилось немало ненужных холодильников. Один из них идеально подошел по параметрам квартиры. Он небольшой и бесшумный. Но и Роман уйдет домой не с пустыми руками. Дети Ольги приготовили ему подарок. Небольшой подарок. Дети его сделали самостоятельно. Ну, все принимали участие. Это такой талисман, зайчик, от всей души. Спасибо большое за ушастика. А холодильником пользуйтесь на здоровье. Мечта Ольги исполнилась. Добрым волшебником для нее стал сосед по городу. А встретиться им помогли мы. Проект «Могу помочь». Ну а мы продолжаем искать героев для нашего проекта. Если вам нужна помощь или вы готовы оказать ее другим, то звоните в нашу редакцию по телефону 65 22 25.